Волонтеры Одинцовского городского округа подводят итоги работы. 19 марта исполнился ровно год с момента создания центра и начала его деятельности. В течение этого сложного периода волонтеры были в авангарде помощи жителям. Активисты доставляли продуктовые наборы социальным категориям граждан, приобретали лекарства, проводили консультации по телефону горячей линии и раздавали средства индивидуальной защиты, помогали медикам, работающим в красной зоне. Объединились активные жители, общественники, депутаты окружной фракции «Единая Россия», сторонники партии, молодогвардейцы, предприниматели, сотрудники территориальных управлений и многие другие. Работа не прекращалась даже в праздники. За этот непростой год активисты волонтерского центра и добровольческого движения «Мы вместе» отработали 6750 самых разных заявок от жителей округа.